Всем привет, вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о таком проекте, как Stobox. В прошлой части мы поверхностно ознакомились с основными принципами компании, чем они занимаются. В этой части посмотрим мы более подробные тематические исследования, как мы можем использовать данную платформу. Итак, инвестиционные фонды уже используют токены безопасности для привлечения компаний. Уже можно узнать более о передовой практике и успешных случаях. Также можно использовать в игровой индустрии. Игра продолжает оставаться быстрорастущим рынком. Токенизация является отличным инструментом для привлечения геймеров и преобразования их держателей токена. Что довольно интересная идея. Можно и играть, вот, заниматься своим любимым хобби. И на этом еще и зарабатывать. Также можно использовать в недвижимости. Инвесторы по всем мире могут выйти на рынок недвижимости через полноценную, совместимую, дробную, токенизированную собственность. Также данную компанию можно использовать и для стартапов. Растущие предприятия, как правило, трудно собрать средства через традиционные учреждения, такие как банки или ВЦС. Акции краудфандинга являются ответом. Природные ресурсы, токенизация природных ресурсов, таких как золото, медь или даже уран, обеспечивает легкий доступ к альтернативным инвестициям. И искусство и коллекционирование. Токенизация и дробное владение коллекционированием открывают шлюз для новых инвестиционных возможностей, не отпуская физических коллекционных предметов. На сайте также указаны партнеры, с которыми данная компания сотрудничает. Где мы можем более подробно ознакомиться, это, например, Tokenized Stock Exchange, RLP, FTC, Oliver Smith, CryptoDelta, Amazing Blocks, Zuber Laveler и многие другие. Благодаря Stobox каждый может сосредоточиться на своем бизнесе, в то время как компания помогает в масштабировании нашей деятельности с помощью цифровых активов. Консалтинговая команда Stobox приведет нас через весь процесс выпуска и управления цифровыми активами. Stobox – это токенизация STO Consulting. Компания предлагает правильную структуру для токенизации наших активов, помогает выбрать правильную юрисдикцию и готовит дорожную карту. Консалтинг виртуальных активов. Компания находит лучший способ улучшить наши отношения с клиентами, с виртуальными активами и помочь с подготовкой к выпуску. Правовое управление. В этом компания поможет со всеми юридическими приготовлениями к выпуску предложений виртуальных активов. Инкорпорация, компания, подготовка документов и многое другое. То есть компания предлагает нам все сделать за нас, помочь в этом разобраться, не допустить ошибок, чтобы запустить свой успешный стартап или многое другое. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.